Привет всем любителям драм. Предлагаю прослушать обзор к турецкому сериалу «Никто не знает». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Дата выхода 6-й серии турецкого сериала «Никто не знает» запланирована на 16 июля 2019 года в 20:00 по московскому времени на телеканале АТВ. После выхода эпизода на турецком языке, через несколько дней серия появится с русской озвучкой. Подробности сюжетной линии. По воле судьбы Севде приходится приютиться в доме Али Хюроглу. После этого события начинается развиваться неимоверная история любви этих людей. У Али была самая заветная мечта – разыскать своего младшего брата Сулеймана, который пропал много лет назад. У парнишки была кличка «Пилот», так как он обожал самолеты. Пилот является очень веселым молодым человеком, который очень любит аптекаршу Дуйгу Селви. Однако Дуйгу платонически влюблена в Али. Еще в раннем детстве Али остается без родителей. У мальчика обнаруживаются необычные способности, которые выражаются в его гениальности и возможности видеть в темноте. Этим решают воспользоваться спецслужбы, которые берут Али под свое крыло. У них он получает специальное образование. После учебы парень долгие годы скрывает свое настоящее имя и верно служит государству. Приходит момент, когда Али решает все бросить и перебирается в небольшой городок, где встречает Севду и любовь. Актеры: Керем Джем, Озгю Каям, Энгин Хепилери, Бурак Сердар Шанал, Зейнеп Элчин, Ферди Куртулду, Зехра Элмаз, Озлем Башкая и другие.